Армавир готовится к встрече Нового года. Здания украшают праздничной иллюминацией, причем в этой работе принимают участие не только городские власти, но и неравнодушные армавирцы. Участок улицы Коммунистической между Розой Люксембург и Ленина уже давно привлекает внимание прохожих. Жители здесь своими силами провели работу по благоустройству, оборудовали детские площадки, декоративные оформления, а сейчас еще и установили новогоднюю иллюминацию. Новый год – это любимый праздник и детей, и взрослых, и мы решили на нашей улице поставить еще вот такую замечательную иллюминацию, то есть фигурки, которые светятся. Вот, чтобы порадовать, в наше сложное время хочется какого-то позитива. Вот, и поэтому мы решили вот так вот порадовать и жителей, и себя. В числе светящихся украшений – цветы, бабочки, рыбки и даже сани, запряженные оленями. Дизайн жители придумали сами, проявив креативность и художественное творчество. Видя такую активность, администрация города поддержала инициативу самодеятельных декораторов и помогла с подключением украшений к сети. Вечером улица превращается в сказочный уголок, что привлекает не только местных, но и соседских ребятишек. У нас очень много детей, у нас тут живут и многодетные мамочки, которые, и вы знаете, в последнее время очень много приходят и просто гуляют у нас тут. Детки с бабушками, с мамами приезжают. Жители улиц неоднократно становились победителями и призерами различных городских конкурсов по благоустройству, получали денежные призы. Средства они вкладывают в дальнейшее преображение территории. Помогают местные депутаты, городские власти. Люди довольны, что смогли украсить один из уголков родного Армавира. Мне кажется, что наш пример должен, ну, как бы повлиять на людей, и чтобы людям тоже захотелось украсить свой город и жить в комфорте. Праздничная иллюминация так всем понравилась, что жители решили не снимать ее после Нового года. Она станет одной из достопримечательностей Армавира. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».